Да. Верю в то, что несчастливая. Но на самом деле в жизни никогда не, ну, как бы не сталкивалась с 13 числом, но не знаю, почему-то боюсь его. Ну, такой, ирым-сырым. Я ирымщица. Вы или концерт из 13-го года идет, да? Лекин и Чиламбра идет, да? Первый концерт был в 2002 году в Большом театре имени Наваи. И потом уже с 2004 года уже каждый год в Дружбе народов. А в творчестве с 99 года. Shu 13 raqamiga bog'liq tarafidan baxtsiz taraflari bo'ldimi? Qanaqadir o'xshamaslik, repetitsiya jarayoni, o'ylagan g'oyalaringiz. На самом деле, в этом году как никогда была очень сложная подготовка. Вообще концерт был сложный. Приходилось работать очень много. То есть мы там до полвторого ночи были на репетиции, в 11 утра уже снова были на репетиции, поэтому было сложно и морально, и физически, поэтому было сложно всем на самом-то деле, но мы справились, потому что, не знаю, я верю в это, без труда не выловишь и рыбки из пруда. То есть нужно прилагать усилия, ну не знаю, во всяком случае, в моей жизни всегда так, чего бы это ни касалось, если я чего-то хочу, то нужно работать много. То есть мне никогда не дается там легко что-то. Хочешь, прилагаю усилия. Бриода, то без почты, мазе с почты, кесал в колдис. Бриода, иди не с почты, пить. Бриода, кимарты и клайды, ты их свах окезо. Шумлан балу лин сурова туда. Шу он уч рапам лан балу микен шу ходи сале. Башка иллара концерт из бда. Айна концерт берет кем пайт из дым рапам насилу бам яма бы? Нет, такого никогда не было, на самом деле. Просто после первого концерта я пришла домой и поняла, что все. То есть на самом деле мы работали на износ, и, как мне сказали врачи, просто вы организм свой довели до какого-то уже, да, до изнеможения, до предела, он просто уже не хотел работать. И нуждали зрители, и пришлось собрать волю в кулак, и, не знаю, это, наверное, в детстве привили чувство ответственности, когда ты должен. Что бы ни было, ты должен. Интернет оланда, хатто ки сизни ўша қочиб кетган итингиз билан боғлиқ воқеалар ҳам муҳокима қилинди. Қанақа қилиб шунча йилдан бери қочмаган кучингиз шу кунларда қочиб кетишга қарор қилди. Нима бўлди ўзи? Ну, у него, наверное, весенний период. Он влюбился в собачку у нас и убежал. И попал? И попал под машину, и вот благодаря замечательной девушке, которая увидела все это, потому что машина сбила и уехала дальше. Она его подобрала. Любовь, да? Она его подобрала. Под машину бросился, да, специально, да, доказать свою любовь, получается, да? Ну нет, я такие подробности не знаю. Но она подобрала, вот, то есть большую чужую собаку, отвезла в больницу его. То есть мы сделали там все нужные процедуры, там какие-то противошоковые уколы. А у нас есть такие больницы, которые принимают собак? Да, конечно. И потом она отвезла его на дачу. Потом она увидела объявление, потому что везде и в Махале тоже развесили объявление. И позвонила и сказала, что вот, по-моему, это ваша.
Shu konsert kunlari sahnaning orqasida biz eshitdik, sizga dori olib kelishingiz kerak edi va hokazo. Bu umumiy o'sha tashxis nima bilan bog'liq bo'ldi? Diagnoz qanday bo'ldi? Иммунитетті сөйіп кеткендігі нәтижесі тұқынағы бір шамалайшы ма? Был просто изможденный организм, который... Там все было. Но я не думаю, что нужно на этом зациклиться. Самое главное, что люди, которые сидели в зале, они ни о чем не догадались. И мне кажется, это самое важное. Концерт изна, аввал репетиция жарайонына курсат маслики қарап тұрдес. Уйлы. Умума репортажланая, нафақат бізаге, бәлкі бошқалаге. Лейкен, концерт жарайонады, уши яшырген қанағадыр бір бізі күткен, яны ем интриге күшілей болды, де, яшырген сәрес, қаны нұмы болар кендері. Lekin o'sha kutgan narsani ko'rmadik. Balki bu konsertgacha o'ylagan g'oyangiz, o'ylagan narsangiz amalga oshmadimi balki? Нет, нет, всё получилось. Hammasi. А нима сезон ishirdiz o'tdan? Что было такое, которое нужно было вот держать в секрете? Но я вообще подумала, что это вообще не интересно, когда вы уже видите какой-то, и тем более это всё грязная работа, да? В плане того, что это в период подготовки еще. Черновик. Да, и как бы черновик показывать и вообще не готовую работу нежелательно показать. Потому что зритель увидит, уже представит что-то себе свое, в итоге увидит совершенно, может быть, другое, да. И поэтому, не знаю, я так подумала, что пусть лучше уже увидит все готовое, чем полуфабрикаты какие-то мы будем выдавать. Одам на сезмаде мухлиста более мандуасызу. Lekin menimcha bu raqslaringizdan va boshqa taraflardan ham sezildi. Balki bu o'sha tobingiz qochgan bilan bog'liqdir yoki bo'lmasa onalik maqomi bilanmi deymiz. Мы же привыкли, что у Райхон будет что-то такое, может она будет летать, что-то такое. Я просто это связывала. Но мы уже сделали, нет, мы уже сделали максимально как бы все, что возможно. Даже когда мы придумывали концерт, мы это использовали, это мы тоже делали, не знаю, я очень довольна концертом, я не вижу в нем вообще изъянов. Может быть, это не скромно, но я считаю, что это офигенный концерт, серьезно. И мне нравится, что каждый год это новая ступень, и она идет вверх. То есть каждый год придумывается что-то, да, и каждый год новый результат, и мы движемся вперед. То есть мы идем по лестнице вверх. И когда мы готовим концерт, для нас первостепенная задача сделать его лучше предыдущего. И на мой взгляд, этот концерт лучше предыдущего. Я давно мечтала прикоснуться к этой теме, на самом деле, очень давно. Но меня всегда останавливал тот же самый Ирам, потому что многие, кто соприкасался с этой темой, потом сталкивался с какими-то непонятными ситуациями в жизни, да? О, кстати, может быть, поэтому. Но все равно меня эта тема всегда очень волновала, и вообще, когда сталкиваешься с историей, не знаю, у меня какое-то очень трепетное отношение, а тем более не просто с историей, а с какой-то эпохой огромной, да, и попробовать примерить на себя, то есть мы не только как бы певцы, да, но мы еще и немножечко так актеры, артисты, поэтому мы примеряем на себя роль других людей, то есть мы одеваем на себя их судьбу, то есть, не знаю, когда я спускалась, то есть был такой образ Ра, да, это бог солнца, немножко связано с именем, то есть мы хотели немножечко так по истории тоже пройтись, и не знаю, были какие-то необыкновенные ощущения. То есть я пыталась прочувствовать это изнутри, как это. Потому что на самом деле там 10-метровая высота, и
Я готова была быстрее спуститься. Я думала, почему мы сделали такое длинное интро. Потому что там на самом деле страшно. Страшно и темно. Но все равно это какие-то непередаваемые ощущения. Это когда ты несешь какой-то образ, какой-то смысл. Это не просто блог, да? Не знаю, все, что связано с историей, меня прям будоражит изнутри. В этом году мы особо не привязывались к теме. То есть это были просто как бы обработки современные, модные. Мне очень понравилось то, как мы сделали песню «Азобляйсан». Она написана Вагифом Закировым в 99 году. И вот по прошествии уже 17 лет, она вновь прозвучала, и я слышала очень много теплых откликов о ней. То есть она, ну, как бы обрела какую-то уже новую жизнь, наверное. Концертизи ilk kunidan boshlab tanqidlarga uchradingiz, juda ham ko'p. Bu qaraqdir bir informatsion urush deya ham tuyuldi bizga. Ya'ni taqlidda ham ko'payiblashdi. Britni dedi, Lopez dedi. Ну, всё это началось с подачи достаточно, на мой взгляд, неуравновешенных людей, людей, которые пытаются заявить о себе благодаря чужому труду. И, не знаю, это как-то мне смешно, потому что я знаю, что это хорошая работа, что за ним стоит громадный труд очень многих людей. И, ну, это смешные какие-то сравнения на самом-то деле. Сталкивать с Шахзодой, мне кажется, это уже совершенно не актуальная тема, которая, по-моему, уже забыты, неинтересно, потому что, мне кажется, за столько времени она тоже работает очень много лет, да, и я думаю, что мы обе за много лет уже доказали, что мы совершенно разные певицы, что у нас совершенно разные направления музыки, и у каждой из нас есть своя ниша, свое место под солнцем, у каждой здесь свои поклонники, свои слушатели, и к чему это столкновение, какое-то, не знаю, болезненное, не знаю, мне это непонятно, и причем я уверена, что и ей самой тоже как бы это смешно все читать, что шляпу носила Бритни Спирс, или она ее придумала, или что. На самом деле, это был образ гангстеров, то есть, да, мы решили сделать такой блок гангстеров. Это атрибут, это атрибутика того времени и тех людей. То есть, я же говорю, все эти сравнения, такое ощущение, что кто-то вот специально сидит и ковыряет, ну, как бы мы же понимаем, кто это все начал, и вот как бы с этой подачи все и пошло, и те недалекие люди, которые не разбираются в истории, которые не хотят читать книг, не хотят развиваться, что ли, да, и себя, и там утруждать свой мозг, ну, как бы они так и продолжают думать, и как бы я не хочу тратить свое время, объяснение на такого рода людей, понимаете, то есть это необразованные люди, которые копошатся, не хочу говорить о чем. Поэтому, на самом деле, я считаю, что это просто даже не мой уровень сейчас это обсуждать. И мы сделали большую работу. И как бы нужно оценивать, нравится или не нравится.
концертингизде яраган иккита кошуп сезде этеборга чыкты. Бу алып кел. Ва халас эт. Улан маалыклар ким? Я очень благодарна группе Бином за то, что мне кажется, что они открыли какую-то меня новую. Потому что я сама чувствовала, что в последнее время было как-то однообразие, да, какое-то в моем творчестве пошло. И благодаря ребятам появился какой-то новый воздух. То есть я сама почувствовала, что я как-то стала по-другому петь, по-другому подавать, что ли, песни. И как-то мы очень схожи по духу музыкальному. То есть их мелодии, то есть я всегда писала сама практически, да, и их мелодии, они вот очень-очень глубоко там меня трогают. Поэтому, не знаю, я очень счастлива, что получилось сотрудничество, и это нравится не только мне, но и людям, что самое важное. Yaqindagina Benom guruhi bilan aynan sizga yozib berishgan bir qo'shiq ustida sal noxushroq vaziyat bo'ldi. Aziz Rajabov klipi qilgan shulizda. U Lolaniki bilan taqqoslashib boshlashdi musiqasini. Siz o'zingiz ham jo'natdim ko'rishingiz uchun. Bu ularni stilistikasi deb bilasizmi yo ular bilan bu narsani muhokama qildingizmi bevosita? Nima uchun shunaqa o'xshash bo'lib qoldi? Qanaqa bo'ldi? Мы разговаривали с ребятами потом. И они реально мне доказали, что не похожи. То есть он говорит, стилистика – это как бы мы композиторы, и мы пишем в таком стиле. Как бы это наша работа. Например, если вы послушаете Timbaland, вот они, например, а вот он сделал работу с Джастином Тимберлейком, да, и потом тут же с… Подпись одинаковая. То есть, да, это как бы это стилистика, как бы это наш стиль. И он говорит, мы считаем, что… Похож только звук пианино. Мелодия пианино другая, аранжировка другая, мелодия другая, текст другой. Что похоже? Просто то, что пианино использовано. Как бы и они меня убедили, на самом деле мне кажется, что совершенно разные песни. Табиб кушу без бина. Бом у нас тебе. Бином, а? Да. Бином. Lekin bizaga yuborishgan, nafaqat bizaga, boshqa yo'llarda ham hozir aylanyapti o'sha. Peron qo'shqichisini boshqasini o'xshash taraflari sizga ham jo'natdim. Unga nima degan bo'lardingiz? Nima yo'q, ulardan so'radingizmi Benotchilar bilan? Nima uchun shu qo'shiqqa o'xshash bo'lib qoldi deb? Вот это стиль, Бандари, иранский стиль, и масса песен есть в такой стилистике. Мелодия тоже совершенно другая, поэтому если вот так вот находить схожести, то можно найти схожести совершенно с любой песней восточной. Концертизде экранда бізі еңгі роликлі көрдік. Худ таял клиптей болды, да? Адашмасан, еңгі қошығызды біттәсіп, сіз сақнада умыман көрінмадейіз. Шүнчәкі ролик кетті, шахарла ва хокезо. Bu g'oya chiroyli chiqdi, rosta ham. Uni klip sifatida taqdim qilasizmi? Yo, u faqat konsert uchun qilingan narsami? Это старая же песня. Yo, u roliklar. Rolik? На YouTube где-нибудь будет? Или это только для концерта попробовался, придумали? Ну да, для концерта мы, честно говоря, даже не думали над этим. Ну, хорошая идея. Lola bilan duetingizni siz o'zingiz aytdingiz? Ну, на самом деле мы ее не приглашали для того, чтобы спеть концерт в этом, ну, участвовать в этом году, потому что она была в прошлом году, и как бы ну повторять то же самое как-то, по-моему, не очень интересно. Лики Михмал Сватен так ли фанатист? Ты концерт сделал? Шнапа, ты что? Нет, нет, я ее пригласила, конечно. Я ее пригласила, потом после того, как мне отправили скриншот, я позвонила организатору концерта, это Джавлон Камалов, компании ProArt, и он был в большом недоумении, потому что он мне тоже прислал скриншот ее администратора, и он говорит, вы что, я как бы, я даже не знала, что как бы сменился администратор,
Он говорит, я передал лично Амалии в руки, и сама Амалия приходила на концерт с подругой или не знаю с кем. Были умуман дуэт кмадзе? Просто мы уже практически со всеми спели дуэт, на самом деле. Дуэт умуман кылынмады буйыл? Но мы решили сделать немножко по-другому. Мне кажется, когда все одинаково, как-то это однообразно. Пусть в этом году будет вот такой концерт. Когда был 10-й юбилейный концерт, там было очень много дуэтов. Если вы помните. И Созудбеки, а был. И, ну, не знаю, практически мы уже со всеми артистами дуэты спели. На мое счастье, кстати. И очень благодарна тем артистам, с которыми я пела, за эти прекрасные песни, которые на самом деле мне очень дороги. Кем билан дуэт этиш истагис калды хазырча орзуда? Мне бы очень хотелось спеть еще один дуэт с Озатбекой. Ну, какой-то другой, да. Канака маузуда больше керек сізді істе? Кем едик и кем болдик? Потому что та песня, не знаю, наверное, как-то не совсем выстрелила. И хочется надеяться, что новый дуэт был бы другим, с другим подходом, что ли. Я клип олып чыгармаслыкта деп ойлайм. Көпчілік дуэтті, мында қарасам, мы когда мы наблюдаем, мы понимаем, что когда клип, это совсем другой эффект. Да. Клип с тақтан қылынған дуэтлі яхшы омбалдашады. Алеки концерты шунчаки этильяна, он промасия мунака бомитте, балки шутр саба. Да, может быть, вы правы. Вы или концерт из знакомый с Тольгана Билдам, офигенно, без йохта, без ОСГ. Леки, бугунгюн гачушу, он уж-то концерт из знак, и не йохкан хайсы бомян с изгет. Мне каждый год нравится последний. Йохмаган ичи? Намадур сабаб лак билан, балки. Ну, когда я смотрю какие-то там совсем старые концерты, конечно, думаешь, ой. Ну, потому что ты растешь, развиваешься, ты уже там и поешь по-другому, и танцуешь по-другому, и как ты думаешь, ой. Как это было, оказывается. Равно последний. Энди санаткор бўлгандан кейин, биласиз, ҳар қанча шахсий ҳаётни бекитма, энди биз ҳозир шу концертингизни, ижодингизни баъзи гаплашамиз, лекин баъзи шахсий ҳаётни ҳолин-ҳоламин эл олдида баъзи кўрнарли сахнаган чиққан турмуш ўртоғингиз ўша 2013-йилда танго бирга ўйлангансизлар. Тўғрисини очиғини айтаман, менга ўша концертингизни кўпроқ ёққан, 2013-йилги концертингиз жуда ҳам ёққан. Ғоялар кўп бўлган ва ўша танго ёдимда қолган, жуда чиройли. Уни ким постановка қилганди ўша танго? Ну, мы работаем с моим хореографом уже, не помню, наверное, лет 10 уже. Ее зовут Эля Малюкова, и сначала это была просто хореограф-постановщик, то есть некоторых номеров, потом уже хореограф-постановщик всего концерта, а последние уже несколько лет мы полностью с ней создаем концерт. От декораций до идей костюмов, продумываем все до мелочей. Там режиссером было, да? Да, то есть мы уже с ней вместе стали режиссерами, потому что, то есть, например, это примерно так происходит. Вот сейчас я уже придумала 4 блока, да, для следующего года. Я говорю, я хочу вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И она уже додумывает, что там будет внутри. Например, вот я хотела блог в прошлом году про одиночество в большом городе, да? То есть можно быть, чувствовать себя одиноким среди очень многих людей. И эту идею я хотела очень показать, потому что я думаю, что она знакома многим людям. И показать это, то есть я хотела показать маски. То есть на самом деле я не знала, будет ли это понятно, что сейчас многие одевают маски, выходя из дома, да? И на самом деле, когда ты общаешься с людьми, ты не всегда уверен, какой на самом деле. И маски еще показывали равнодушие, наверное, сегодняшнего дня, когда
На самом деле люди, многие стали черствыми и равнодушными к боли других людей. Как-то сейчас все стали больше за себя, да? И, то есть, маска несла на себе как бы очень большую философскую нагрузку. И вот я тоже думала, как бы мы всегда с ней, насколько это будет понятно, да, не будет ли это как-то в лоб или просто непонятно останется. То есть мы хотели, чтобы была какая-то подача зрителям, да, чтобы это было не просто номер, а чтобы, выходя с концерта, они о чем-то могли задуматься. Что хамма ойлаган гоялариңизни тамошабинларни ҳаммаси тушунди бўлдингизми? Мақобдан тортиб ўша ҳозир бетопган нарсаларингиз ҳаммасини тушунди бўлдингизми ҳаммаси? Ну, мне кажется, что те зрители, которые приходят ко мне на концерт, это умные, эрудированные, начитанные люди. И, конечно, мне кажется, что им было все понятно. Ниқоб турсида кисе, сиз ўзингиз ниқобсиз юрасизми? Я всегда максимально стараюсь быть искренней. Самое важное для меня – это чистая совесть по отношению ко всему. Ниқоб баъзи керак. Одеваю. Когда, например, я устаю или мне, например, что-то не хочется, но я улыбаюсь и делаю вид, что все хорошо. То есть в таких моментах это нужно, потому что у нас такая работа, и когда ты выходишь к зрителям, им абсолютно все равно, что у тебя там за кулисами, что у тебя в душе. Им нужен праздник, и поэтому это твоя работа, и ты должен ее сделать на все 100%. И поэтому, что бы у тебя ни было, ты выходишь и работаешь. Haligi savolni sal qop ketdi, ya'ni shaxsiy hayotga doir bermoqchi bo'lgan savolim. Har qancha bu savoldan qochmang, ko'p artistlarga oson-da shu aynan o'sha maskani niqobga oladi. Shaxsiy hayot bu mening shaxsiy hududim, unga aralashmanglar deyishadi-da, vaholanki artistning hayoti baribir hammani oldida-da. Shu borada boshqacha tushunchalar ham paydo bo'lyapti-da siz bilan bog'liq. Ay, yigitalarni bu o'zining lidersiyasi bilan bosib qo'ygani uchun ular ajrashib ketdi. O'shaning uchun ham Rayhon tushuncha berishni xolamaydi. Bu borada deyishadi-da. O'shanga aytmoqchi ham qanaqadir bir qog'ozga o'rab bo'lsa ham baribir javob berasiz. Munosabatlar haqida. Я абсолютно не давила. И время все равно расставит все на свои места. Вот я который раз убеждаюсь, что бы ни было, время все равно доказывает, кто прав и кто нет. Поэтому я абсолютно уверена, что личная жизнь должна остаться личной, и не нужно выносить грязное белье, потому что это семья, а семья – это святое, и не нужно использовать эти вещи для какого-то пиара или для каких-то обсуждений. Поэтому если люди так поняли, это их выбор. Но я за чистоту семейных отношений, поэтому я воздержусь. Но в любом случае я благодарна этому человеку за детей, потому что я уже не представляю своей жизни. Мне кажется, что той жизни до них вообще просто не существовало. И они вообще мой свет, мое все. И что бы ни было, я благодарна ему за то, что они есть. А не получается ли так, что вы вышли замуж только из-за того, что родители?
Я никогда не выходила замуж для того, чтобы для чего-то. Я хотела быть счастливой. Я хотела прожить до конца. Я никогда не хотела, чтобы мои дети жили без отца. Потому что для меня самой это как бы была такая травма детства, да, как бы мой папа рано умер, и я знаю, что такое жизнь без отца. Поэтому я никогда в жизни не пожелала бы пройти через это своим детям. И только бы из-за этого я бы никогда не пошла на развод. Ради них. Просто уже были такие обстоятельства, которые уже вынудили как бы, да, пойти на такой шаг. Потому что я мать, и прежде всего я думаю о своих детях. Не о себе, не о нем, а о них. Поэтому из этих побуждений я никогда не буду там что-то говорить им. И поэтому он всегда долгожданный гостью, как бы, да, потому что я очень хочу, чтобы они общались. А будет это или нет, это уже как бы его право выбора. Лекин ойланы сақлашка харакат кылдызмы өзіңіз аял сыпатыда? Ну, конечно, пыталась, я же женщина. И мне кажется, для любой женщины самое страшное – это развод. Ну, не знаю, во всяком случае, такого воспитания, как я получила, это самое, самое ужасное. Потому что, тем более, когда есть дети. Может быть, если бы не было детей, это как-то по-другому, да, стоял вопрос. Но когда есть дети, это ответственность за них. Ответственность за их психику, за их будущее, и тем более это мальчики. Як кўрдингиз, бандасига эмас деган тушунча борда ўзгарди. Умуман ўзбек эмас, балки бу ўша динда борда. Сиз келгус ҳаётингизда турмуш қуришни ўйлаёсизми? Йўқ, шу фақат фарзандларингиз учун ўзингизни бағишлаб қоласизми энди бу ёрда? Планирую ли я замуж выйти? Почему нет? Конечно, я планирую, потому что я женщина в расцвете сил. Нет, ну пока нет, потому что, ну, на самом деле есть какие-то там возможности. Нет. Никаких вообще отношений нет. Ну, пока я как бы не допускаю, просто там какие-то мои там родственники, а вот может быть вот посмотришь, а вот так вот. То есть пока это на таком уровне. Но, конечно, я живой человек, и мне нужен мужчина, мне нужен... Я женщина, потому что любой женщине нужна поддержка. И какой бы сильной женщина ни была, она хочет быть слабой, защищенной, чувствовать опору, чувствовать надежное плечо. Мне кажется, что это природная потребность. Такими нас создали. И как бы сильные женщины не хорохорились и не делали вид, что они могут справиться без мужчины, не могут. Все это блеф. Все это эмансипированная маска. На самом деле всегда хочется тепла и любви. Мне кажется, что любой взрослый человек всегда остается ребенком, который чего-то боится, который хочет, чтобы его просто любили. Bitta mavzu bor-da, oilada erkak kishi baribir yuqori bo'lishi kerak. Lekin sizning holatingizda, nafaqat sizning holatingizda, balki boshqa ayol xonandalarimizning ham holatida qiyin bo'ladi. Erkakdan bir pog'ona pastda bo'lish. Manimcha, baribir o'sha liderlik degan narsa tepada turadi. Shunaqa tushunchalarga qarab qaraysiz, mana masalan aytishadi, yo menga farqi yo'q, mani erim mendan kam pul topishi. Men ko'p pul topganim bilan baribir men uyda ayolman deyshadi. Lekin buni baribir boshqacha ko'rishadi. Siz shunaqa tushunchalarga qarab qaraysiz. Kelgusida turmushga chiqadigan bo'lsangiz, shu taraflarga ham qaraysizmi? O'sha sizdan yuqoriroq bo'lishi, yaxshi pul topishi, haqiqiy qanaqadir bir boshqacha, siz qo'rqib uni yonida rostanam rayhon bo'lib qolishingiz kerak bo'lgan erkakni xohlamadingiz hayotingizda? Ну, раньше я думала, что это не важные вещи, но, наверное, все-таки здесь, знаете, больше вопрос ответственности. То есть
если для меня важно, чтобы мужчина старался ради семьи, чтобы для него семья была смыслом жизни. Просто очень сложно, конечно, найти такого человека, потому что дети уже, ну, как бы будут чужие дети, да, и если будет серьезно стоять вопрос о том, чтобы я буду выходить замуж, основной момент будет первый и самый важный, как он будет относиться к моим детям. То есть все остальное можно, мне кажется, и перетерпеть, и закрыть многое глаза, но это будет первостепенный момент. И самое главное – это вопрос ответственности. Ответственности за свою семью. Я должна чувствовать, что я могу на него положиться. Пусть, например, он не может много дать, да? Но я должна чувствовать, что есть опора, что я не одна. Будучи замужем, я не одна. Мухаббат уча кинч хатун больше разумен болямис? Нет. Для меня это просто противоестественно. Itse de, sen farzandlaring bor. Ularga o'g'il va qiz kerak emas. Kel, faqat muhabbat uchrashib yuramiz. Если моя судьба остаться одной, то есть все от Аллаха. Нет, все от Аллаха. Если он мне даст мою половину на самом деле, да, я буду бесконечно счастлива и благодарна. Если не даст, я смирюсь и приму это как действительность. Потому что на самом деле я очень счастливый человек, да. И мне Всевышний дал столько всего, что только успеваю этому радоваться, и поэтому, если, конечно, он мне еще пошлет, грубо говоря, мужа хорошего, да, то это будет просто уже великое такое какое-то счастье уже, да, там такая полная чаша. Но если не пошлет, у меня есть художественная школа, прекрасные дети, у меня есть моя любимая работа, есть слушатели, которые меня любят, и есть мои друзья, есть близкие, родные люди, которые меня поддерживают. Моя родная сестренка, без которой я вообще не представляю своей жизни, да? Разве это не счастье? Насиба турмушга чиқишдан авал фарзандларингиз баъзи ўзингиз сингизга ишонардингиз-да. У қараб баъзи ўзингиз сингиз. Насибаларга тегандан кейин ҳозир сиз бир ўзингизсиз. Лекин фарзандларингизга баъзи бегона одам қарагани, янка деймизми, баъзи бошқачароқ бўлса керак. Абсолютно верно, потому что когда мне приходится по работе выходить, я очень страдаю, потому что в прошлом году было легче. На самом деле был родной человек, который присматривал, а сейчас, какая бы ни была золотая няня, это все равно как бы, ну, чужие люди, да, и всегда болит сердце за них. Но есть наша двоюродная сестра, которая помогает, и она днем дома. И как бы, да, она как бы под ее зорким надзором. Все, потому что я бы так, наверное, не смогла оставить. Я один из довольства мазки телеграмма Бернарса Вокаян Ташевым, что фарзант Лебман Болу. До него мы кое-что стыба прокуровам зале, нянкали, воля харидигалла, ханата болла была, там у нас обаты больше визуалар тахап кетуатты. Шунге энді барбір сізді хозы, что фарзантызге харидигал, одамге ишончиз комул болган болан, барбір канагдыр бір олдан ап койгамыз, ёки камера койгамыз уйзге, барбір текшерасты ма нарсал? Я всегда говорю, я доверяю, но проверяю. И я максимально стараюсь всегда быть дома. То есть я выезжаю там исключительно там по делам. Так я стараюсь вообще не выходить из дома, потому что я чувствую, что я им нужна. И мне самой интересно с ними. И не знаю, у них каждый день сейчас что-то новое, какое-то новое слово, какие-то новые привычки. И так интересно просто за ними наблюдать. И я вижу, как они ко мне тянутся, как они меня любят. И, не знаю, это такое какое-то неподдельное искреннее чувство. Но я установила в каждой комнате камеры и провела онлайн-трансляцию. То есть я постоянно
в телефоне. Даже если я куда-то выхожу, я постоянно наблюдаю, что они делают, как с ними обращаются. И постоянно начинаю звонить домой. Почему он не поел? А что сейчас это было? То есть они понимают, что как бы даже если меня нет рядом, я рядом. Сіз юналышыз шунақанге тойфай кіреді ке, масалан, сіз дейлі 10 елден кеген, май 20 елден кеген. Сіз той қызматларыға бағыр қанағыды бір келін саламыларға юрмейсіз дейлі бізде. Юналышыз шунақанге бара-бара рақстан васкетшіске тору келеді, бара-бара шоудан васкетшіске тору келеді. Кеч ойлесі мүк, яқын келеджейді шу 15 елден кеген, 20 елден кеген ма, бағыр қазы мәтсі. Одиночка, шунақа yolg'iz ayol deymiz, shunaqa ekras. Farzandlarimni qanaqa ko'pda qilaman degan narsa o'ylaysizmi hech? Уже не будете kelin salom ходить, да? А, будете? А, нет. Мне хочется верить, что через 15 лет еще ничего не изменится, потому что я уже на эстраде 17-й год уже, Худогий Шкур, и пока ничего не изменилось, и хочется верить, что мы будем прогрессировать, идти вперед за новыми направлениями. А через 20 лет вы будете петь макам, макам, да? Нет, за новыми направлениями. А, за новыми. Это, по-моему, сложно будет, да? Ну, я думаю, что никто на самом деле не знает, что будет завтра, поэтому я живу сегодняшним днем и радуюсь тому, что светит солнце. Бывает сложно, но когда наступит то время, да, худо срастно пусть не наступит, но если уже наступит, будем думать, что делать дальше. Мана масана уже СССР доурдаги тулганман, русча майдабтан оқиганман, ўзбекчалиган. Кўпро русча аралашманга келади. Сиз ҳолатингизда бу бошқача, сиз русча майдабда оқигансиз. Фикрлаш, дунёқараш ҳаммаси русча бўлиб кетган. Манда аралашроқ-да, лекин шунда ҳам мана ҳам таъқиб қилишади, мен русча гапирсам. Борган сари русча гапиришни жуда ҳам котта tanqid qilishyapti. Bunga mani o'zimning fikrim bor albatta. Men buni yozganman ham, aytganman ham. Sizga tanqid haligacha shu bor-da. O'zbekchani bilmaydi, xizmat ko'rsatgan artist masalan deyshadi-da. O'zingiz ham o'qisiz kerak shunaqa izohlar. Ochiqchasiga yozishcha. Mana xizmat ko'rsatgan artist nomidan. Nahotki o'zbek tilida gapirishga harakat qilmaydi. Ну, по крайней мере, я понимаю, что вы говорите. Но, не знаю, наверное, у меня уже возраст, очень сложно учить язык, очень сложно. Я бы очень хотела... Это не понты какие-то, они же, многие же пишут, вот, нет, нет, это... Нет, просто это просто очень сложно. Я на самом деле ходила и к репетитору, и пыталась как-то дома сделать себе такую обстановку, где как бы никто не говорил по-русски, мне было сложно, я уже нервничала. Синиз, лекин соф, ану, тошкентче шевода гапирад, махалланча гапирад узбекчани. Но не узбекское мышление. Сиз мына кайсыда гапирашады? Ну, по-русски говорю. А, значит, ну, я надеюсь, что... Потому что мои дети сейчас говорят на узбекском. А, узбекский. Но я надеюсь, что вот благодаря им будет... Ну, это абсолютно не, никакие не понты. И на самом деле я очень стараюсь. Просто мне как-то очень сложно. Да, и Бохче был русской, и школа, и институт, и все окружение. Институт как-то стоит класс? Мировых языков. А, Игорь Ильиной Кемана, ну, ладно, что вам нравится. А стил бойча? Инглис. Инглис, да, она. Узбек тілін оқығанмасам, лекин инглис тілінен дәріс берішке 20 елден кейін сауқа бар, тұрды ма? Мхм. Халиге Эйля, как? Муликова. Муликова. Уша хақыда бітті сауалым бар еді де. Мен кетішеді ке, шу режиссер, шу хореографы. Хореограф башы еш кім біна ішілемейді, фақат Райхан біна ішілейді дейшеді. Бұл қанағы дұр бір сіз қойған талап мы, ее фақат Ростанам сіз біна ішілейді. Нет, она работает не только со мной, она ставила танцы как хореограф Манисе Резаевой, Улугбеку Рахматуллаеву. А, она конечно, да. Но как режиссер, как сорежиссер, работает только со мной
потому что... Команда уже такая. Да, мы уже, ну не знаю, во-первых, мы и чувствуем друг друга, да, то есть она дает идею, я ее поддерживаю, я даю идею, она ее продолжает, то есть у нас такой творческий тандем, мы как, на самом деле, многолетняя команда. Но я очень рада, что мы с ней не только сталкиваемся по работе, а на самом деле она хороший и верный друг. Концерт борозды, умуми концерт борозды, ты савал борозды, шо маузу готарлы янды. Харили концерт берешь шарт маузу, но мы чё харили концерт берешь? Ну, во-первых, потому что зрители ждут. Во-вторых, это возможность реализовать себя, что ли, показать свои возможности, показать, что ты сделал и достиг за год. И возможность, то есть мы прогрессируем, во всяком случае, надеемся на то, что мы прогрессируем, и хочется показать, насколько ты вырос. Это итог, да, как бы твоей работы за год. Ну, вы знаете, я уже не представляю свою жизнь без концертов, потому что это такой трудный период, просто невыносимо трудный. Когда, не знаю, я просто там сижу там где-нибудь в углу зала и просто там могу 3 часа отрыдать. То есть я не могу в себя прийти. То есть у меня настолько нервное напряжение, да, и там я могу со всеми переругаться, потом всех любить и там со всеми обниматься. То есть это очень сложно физически, эмоционально, да. Но это так интересно и это так любимо. Это так любимо, что оказывается, может быть, потому что как бы мы творческие люди, и иногда, хотя бы раз в год, достаточно я как бы спокойный человек, да, по жизни, но раз в год вот это нужно пограничное состояние, когда ты просто ходишь по лезвию ножа, и как бы, да, реально вот просто по горячим углям, и вот это вот, вот это состояние, оно просто необходимо, это адреналин такого высшего разряда, там просто тебя бьет током. И как бы, не знаю, это, во всяком случае, для меня это какой-то мой кислород, который заряжает меня и дает, как бы, да, силы, что ли, работать в течение всего года. И как бы это же цель уже, да, как бы, что будет Тохвалиса следующий год, следующий концерт, и ты уже продумываешь, что будет на следующий год, и даже те песни, которые ты делаешь, ты уже продумываешь их. То есть, ну не знаю, это уже часть жизни, часть тебя. Ну, я хочу просто всех поблагодарить за то, что они есть, все те, которые со мной работают, потому что работа у нас нервная. Я хочу всем сказать огромное спасибо за большой труд, который вы вложили и душу, и сердце, и время, и здоровье в наш концерт. И те, кто просто рядом со мной, это мой и администратор Шербек, и вот помощник Хушнут, и ребятам Бином, и моему аранжировщику Зафару Кадыру, моей постановщице Элли, с которыми мы не просто работаем, мы с ними дружим, мы с ними... Не знаю, уже очень много лет плечом к плечу встречаем и сложные моменты жизни, и хорошие моменты жизни. И просто хочу сказать им огромное спасибо настоящим журналистам за то, что вы меня поддерживаете и даете реальную оценку. И даже если сегодня была критика, она была какая-то здоровая критика, которую я... принимаю и ценю. Хочу спасибо сказать моим слушателям, моим поклонникам за вашу верность, потому что я очень ценю верность. Верность во всем. В любви, в отношениях, в работе. Не знаю, для меня, наверное, первый показатель близкого человека – это верность. Поэтому спасибо вам за вашу любовь. И на самом деле я всех-всех очень люблю. Даже своих врагов. Сложно будет. И даже если я чувствую какие-то там нападки, на самом деле все это мелочи жизни. Есть столько прекрасного в жизни, которое дает нам Всевышний, и прежде всего мы должны благодарить Его хотя бы за то, что мы живем,
видим, просыпаемся утром, можем ходить, говорить. У нас есть дети, близкие, родные люди. На самом деле, все мы, по-большому, очень-очень счастливые люди. Шкур кольшки, да? Худогий шкур. Открылся там что-то такое, да? Я тоже не была на концерте и тоже не знаю, что там открылось на самом-то деле. Это что, какой-то глобальный момент на концерте? Ну, это глобально обсуждали просто. Ну, это же смешно. Слушайте, копаться, знаете, вот, не знаю, грубо сейчас буду уже говорить. Просто это высасывание грязи из-под ногтей. Вы смотрите по-крупному, да? Вот те даже, которые там пытаются что-то найти. Вы смотрите по-крупному. Чё, как здоровье? Нормально всё уже? Ну так. Я ещё деток заразила. Сестрёнку заразила. Грипп? Да. Сестрёнка в больницу попала. Дети у меня температурят. Ей же нельзя сейчас. Угу.